Всем приветики! Я уже огурцом практически. Короче, что я делала? Да, в принципе, ничего. Угля выпила 10 таблеток. 8 на мой вес. По одной таблетке на килограмм. 8 таблеток. Потом поела... Нет, сразу не лезла мне суп, тошнила. И я решила немного поспать. Поспала, но приходили эти комментарии под видео. Я просыпалась. Потом я решила, у меня голова болела, боль сконцентрировалась в одной точке и пульсировала. И я решила выпить обезболивающее, я всегда кетонол пью. Не знаю, тяжелый он, не тяжелый, но я пью только кетонол при любых болях. Выпила кетонол, у меня немножко еще попустило. И теперь я вот... я еще проснулась, набросилась на еду, повыедала все, у меня такой голодняк. И сейчас так, ну, все равно голова немножко шмыкает. И пойду сейчас на рынок, потому что я вчера, когда шла к кумовьям, зашла в киоск, говорю, мне горячий шоколад. А потом такая рыться по кошельку, а мне не капша вообще, они уже закрываются. Ну, так девочка мне дала, говорит, завтра занесете. Так я же должна занести, 9 гривен он стоит. Так сейчас пойду, короче, и выпью еще кофе у них там. Чтобы не думали, что какая-то обманщица. А то мне так неудобно было. Думаю, ну капец, вообще уже с ума сошла. Ну, они просто закрывались. Куда ей то горячий шоколад девать с автомата? Так она говорит, ну занесете. Думаю, ну что делаешь? Не занесет, так что? Не убить же ее. Так что такое у меня было. Боже, это кошмар. Надо же так травануться этим вином. Так хотелось мне вишневого вина. Ну, именно вот вишневого хотелось. Я купила, оно ж там суррогатина бешеная, оно ж стоило 56 гривен, 60 гривен пол-литра. И вот это такое произошло. Ну, конечно, еще сигарета сделала свою гадостную вещь. Сейчас я возьму сигареты, достану с сумки. Кстати, дорогие. Видите? Ну, как дорогие? Давидов. Не дешевые. И, короче, сейчас я их при вас выкину в мусорку, сожмакаю. Чтобы они были точно уничтожены. Чтобы никто их даже не курил, короче. Вот так вот. Поломаю их. Мусор вынесу. Вот. Вот им. Вот им проклятым. Это ж гадость. Хоть они и дорогие, там, я не знаю, сколько они, 40 гривен. Я уже не помню. Вот их всех полно, чтобы я на них и не зарилась. Это же уже не первый раз я так делаю за свою жизнь. Вот так вот беру их и просто ломаю, рву их и выкидаю. Вот так вот. Это же не табак. Там же, наверное, какая-то суррогатина. Так, мне кто-то звонит. А, кума звонит спросить, как я жива, не сдохла ли. Все, всем пока-пока.